Вступила в силу поправка к государственному стандарту относительно регистрационных знаков транспортных средств. Теперь допускается использование так называемого квадратного номера вместо однострочного на переднюю часть автомобиля. Предыдущая версия ГОСТ вводила двустрочные квадратные номерные знаки только для задних номеров. Передние должны были быть строго однострочными. Размер квадратного номера 290 на 170 мм. Легализовать использование такого номера в передней части автомобиля у Росстандарта и ГИБДД попросили общественники, в частности, Российская автомобильная федерация. Таким образом, квадратный номер в передней части автомобиля больше не является нарушением.